Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить Dying Light. Мы вообще где? Мы где-то тут. Так, мы где-то тут, это хорошо, это где тут? Что у нас вообще происходит? Что тут по заданиям? Отдайте Альфе ультрафиолетовую лампу. Раз уж нас тут заспавнило, давайте отдадим. Забирал я у тебя что-нибудь? Чуть-чуть. Ну и ладно. Так. Fucking Rice. His men are always first against the drops. Нет ничего. You need something? Get in line. We're already swamped. I brought you something to brighten your mood. My lights. You got the bridge lights? How? No, never mind how. None of my business. And none of Brecken's either. You just tell him you found him in a shoebox. You're my ace new partner, Crane. I'm gonna take care of you. Tomorrow night, we're gonna be a lot more secure. Новый наряд, проверить. Хотя ладно, давайте посмотрим, что там. Так, что мы здесь опять же можем сделать? Щиты, ну их в принципе, не знаю, потом можно будет тоже прокачать, но щитами пользоваться точно не буду. Это все еще они. Так, что у нас тут? Уровень выживаемости кожи. Научитесь использовать чертежи эффективнее, чтобы наносить больше критических ударов. Либо научиться делать гранаты, либо вот эти штуки, либо по деньгам. Повышая стоимость. Я пока с чертежами. Чертежами я занимаюсь. Так, пойдем. Охотник за головами. Хорошо, понял. Давай посмотрим. Так, что у нас за охотник? Кстати, адский зверь, между прочим. В смысле, на кошка в хранилище. Типа и там кошка есть. А так, охотник за головами. Давай наденем хуйню. Смысл, как говорится, ноль, но... Чего там у тебя есть? А клинок, армейский пистолет, топор. Так, я тебе другое посмотрю. Так, во-первых, оружейный патрон. Все, это пистолетный патрон. Ага, винтовочный патрон. Ага. А теперь я у тебя силовой кабель заберу, марлю заберу, разорь, батарейки, шестянка. Электропроводящая жидкость. Нахер она нужна? Бечевка, пластик. Все, спасибо. Так, это потом. Это все сильно-сильно потом. Да где? Ага, поговори с Райсом. Ну иди поговори с Райсом. Чего бы нет. Так, это у нас значит... Ага. Дай смотреть, что у нас по заданиям. Что тут мы пока все сделали. Там у нас два эти придурка есть. Это вот в гостинице у меня активные. Но раньше вот здесь. А, Толга и Фатин, собственно, вот тут, да. Они. А, тут у нас с Джеффом. И пока что получается все. То есть их не так много. Уже какой у нас сюжетный? Проведите Брекена. А, здесь прям, да? Окей. Блудный сын. У нас чувак там убежал. Давай пойдем, собственно, блудного сына поищем. Не знаю, не хочу пока этих дебилов. Вышенности бежал. Ну и ладно. Не знаю, я прям кайфую. Вот в Dying Light я прям кайфую, бля. Я вторую себе даже куплю. Похер, найду. Ну, точнее, не найду, я знаю, где ее. Так, это обычное паркурное испытание, да? Да попробуем, чего бы нет. Ну, естественно, кошку нельзя использовать, это логично. При этом самое интересное, мне ее оставляют в том испытании с этим режиссером кошку отрезать. Ничего, почему-то просто нельзя прыгнуть туда.
Хорошо. О. Ебать! Так, а можно? О, слушай, надо иметь в виду. Не ждать, пока проиграешь. Да, блядь! А как? Я еще даже не вижу, куда мне бежать. Нихуя себе, вы еще дальше поставить не могли, чтобы я вообще не видел, не знал, какое направление мне двигаться. Понятно, что есть эти маркеры? Сколько их всего? 18. В принципе, их не так много. Ой, бля, я помню это место. Вот здесь. Опять оно. Бля, на забор не залез. Спасибо. Я думал, ты шифтом все это время. Это... Ну-ка, чувак, помоги мне. Спасибо. Где? Хорошо заметил, что внутри склада. Ну ладно, я там тупил. Подожди, давай быстро, чтобы потом не мозги не убить себе. Подожди, пока то, пока все. Вот это на самом деле вот здесь вот самое сложное место. Блять. А здоровье не устанавливается сами здесь между этими забегами. Залей! Ну, блядь, мудак! Хули ты делаешь-то, ну! Сука, он не... Ну, ёб твою мать, я ж с забора прыгнул, зажал тебе пробел. Хули тебе еще надо, мудаку? Ой, пидорас. То есть здесь мне дают возможность, грубо говоря, ошибиться и случайно на кошку нажать, да? Дальше так быстрее гораздо будет. Как же там много времени там проебал. Он всегда еще тоже... Да беги, блядь, шир! Блять, он не бежит. Что происходит, а? Ладно, сюда я уже добежал быстрее, окей, возможно. Если там не тупить. Мне кажется, по фонарям я так второй раз не запрыгну. Наверное, наверху будет, да?
Не знаю, мне хочется что-то такое вот сделать. Так, надо еще в следующий раз у меня. Так, шифт здесь опять же держать не надо, он сам бежит шифтом. Я один раз нажал. Блин, ну это пиздец как. Он почему-то пролетает постоянно мимо этого ебучего, блядь, фонаря. Да, блядь, ты будешь на него хвататься или нет, блядь, этот фонарь сраный. Блядь, бред какой-то. Ну вот он не долетает, все, он не долетает. Я бегу с шифтом, и он не долетает до него. Там очень долго будет, хоть пройду много времени. Вот. Сейчас вот это опять у меня. Молодец, блядь. Там, по идее, есть канаты, но я не умею. Я что-то не получается пока различать, типа на какие канаты можно запрыгнуть, а какие нет. Вот, вот опять, вот он запрыгнул на решетку, встал на нее и с нее не хочет туда запрыгивать. На... Ну смотри, что он делает. Пизду. Вот с этими тупниками я даже не хочу. А ну-ка, можно? Вот. Кошка права, отлично. Так, погнали дальше. Она упала на картонной коробке и померла. Ну, в принципе, бывает хуже. Да, хуел, нет. Что происходит? Почему он цепляется на машину? Да ладно, он не за это, он красный. Вот видите, какой забор, он может прийти и прыгать. Я в прошлые разы хотел сделать именно это. Так, а нам куда-то туда. На стол, потом передумал, потом снова захотел, и все это. The tower here. Jade speaking. It's gonna get dark soon. If you think you're not gonna make it back to the tower, find the closest safe house. And don't dawdle. Эй! Это что за пушка у меня? А, 438, а не 900, по-моему. Нет, все. Все равно очень много. Я думаю, что после сейчас этой свободы пушкой дают. Ааа!
I got a deal for you, friend. Так, что тут у него есть? Немецкий пистолет, мачете. Да, в принципе, на самом деле. А, кстати, ценностью там у чуваку забыл. Okay, Christoph, I can see you. I'm gonna get you out of there, but the first thing I need you to do is stop cranking that engine. I'm just drawing him in. Just stay put and sit tight. I'm gonna secure the area. Do you need help? Negative, Christoph. Stay with the wounded. That's an order. Yes, sir. Так, у меня есть какие-то штуки, которые мне надо потратить? Помню, что-то такое было. Так, великолепный сюрикен. Военные метательные ножи у меня лежат, да, пока вот назад пакеты поменяем. Так, великолепный сюрикен. Назад, пожалуйста, мой взрыв. А давай чисто ради интереса. Просто разрушу. Такое себе сейчас. Понимаешь, он здоровый. Обычных. Окей, так, сейчас. А где? Моя темноглазая. А, он. А, да, я же менял на этот пакет, все. Можно? Да. Да, блин. Так, вот получается, будет зона безопасности, что у нас безопасная зона. Да. Так, тут закрыто. Ну и скорее. Бля, было, конечно, место, я не знаю, мы можем пролезть просто вообще на раз. Так, это я забрал, этого я обыскал, а тяжелую арматуру разобрал. Так, ну поехали. Как хорошо, что у них всегда с тобой в кармане пачка предохранителей. А то же обычно-то в этой. Во всех коррорах надо предохранители искать постоянно. Здесь не надо все дать. Залутаем еще что-то. Всеми разговаривать. Что-то припасы. Ну. Еще один, ага. Йо.
Все. Мое тем более. Отлично. Что нельзя. Как-то очень выборочно. Что-то открывает, что-то нет. Реально, вот тут нереализм в том, что здесь обязательно должно... А, то есть это у нас безопасная зона, заканчивается тем, что можешь зомбарь залезть вот сюда и просто зайти сюда, да? Ну, в принципе. Так, кстати. Все, ночь на дворе. Так, Сумчанский, поспать. А что за кнопку? Можно закрутить? Так. Интересно. Ты, по-моему, у кого даже видел, кто проходил эту игру с доп. Заданиями? Когда проходил этот квест, я не помню, чтобы они облутывали в гостиницу. Мутер. Нож вонючка. А где он? Суперкровопускатель, стрелы. А, вот нож вонючка. А, добавляет средний отравляющий эффект к вашим ударам. На ножи, на серпы, на клинки. Умеет давить крышенников в подводных водорослей опять не хватает. Не, мне кажется, где надо собирать растения, я особо их не буду. Почему мне нравятся всякие эти. Почему мне нравятся всякие кровопускающие там или электрические? Они гораздо меньше припасов надо. И такие вот, которые можно просто найти, просто шарить по миру. И вот это вот все. Я тупой или что? А, они сидят на жопе. Never been so scared in my life. Is it always like that? Pretty much. Hey, but you kept your head on and you saved those people's lives. It's not bad for your first time out. Thanks, Crane. But if you hadn't shown up, we'd all be dead. How do you think your dad would feel about that? My dad? Oh, no, did he send you? Look, I'm not going to go back. I can't. I'm not working for Rice and his butcher squad. Look, I'm not asking you to go back. Well, that's what my dad wants, isn't it? He wants you to be safe. Yeah, working for Rice. How safe is that? It isn't. Sooner or later, they're gonna kill him. But if I can get your dad to stop working for Rice, will you hang up your running shoes? You're asking a lot. Yeah, you could make weapons for Brecken. God knows they need them, and you'd be saving your dad's life. Okay. Get him to join me here, and I'll Crane, quit being around. Jafar here. About the dynamite you brought. We've got an idea how to improve it. Drop by as soon as you can. Okay. Так, надо вернуться к Алексею, и я так, собственно, понимаю, что... Фан. Ты серьезно, ты в безопасной зоне фонарь включать не хочешь? Дурак, что совсем? А, мне висело задание, там надо было держать, то есть. Да, черт, я в курсе, да, ночь настала. Ночь на дворе, я заметил. Оп. Ты серьезно, ты нет? Так, кстати. То есть, если фонарик там не видит, или нет? По-моему, нет. Так, все.
Ой, ой, как страшно. Ой, боюсь. Ага, отсюда можно. Наверное, можно по этим проводам. Можно? О, не будем вести. Понятно. На скалы не важно. Так, я знаю, что мне туда, но я хочу сначала забрать груз. Так, это надо, кстати, переключиться. Да, чуть секунду меньше пробел подержал, это сволочь. Так. Они совершенно святые, так что... Еще машинку строим. Оп! Оп! Погнали. Саны, всем доброй ночи. Я передохну. Где все? Вон здесь пообщайтесь. Не виделись, пойди. Возьму нож. Интересно, это был не лоб, это прям сигареты премиум класса, нифига себе. Оп, так, здесь обычно тоже кто-то убегает. Обычно тоже так нравится. Беги, 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 давай, 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 давай. Так, где? Ищем сим. Вижу. Ну, сука, так обидно сейчас было, ебать. Так обидно сейчас было. Я уже заметил, что у меня здоровья мало. Хотел подключиться, и тут же загорелось все. Я видел, что Тал уже горит, я думаю, что рядом со мной не горит. Так, что там у нас? Сила. Сила. Быстрое убийство сзади к нашим врагам и прочее. А где там, чтобы обмазаться и так вот убивать их? Это, по-моему, где-то не здесь, выживание, что ли? И 24 уровень нужен. Очки силы быстрее, в течение 10 секунд, больше убийства врага, чем больше убийства, тем больше усиления. Потому что, ну, тут вроде их так мгновенно убивают, что-то. Да, попробуем. Я так понимаю, это к людям относится, а к зомбям это под маскировкой. Так, ну давай сразу что-то подключим. Османский серп с уроном 277. Да не хочу я сейчас свое все потратить. Так, окей.
А блядь, здесь бензина-то нет. Кто пошел-то, Нихуя себе, он же убегать от меня будет. Пиздец, совсем уже ебаный. Так. Мы же заканчиваем. Поэтому не бежим. Окей, ладно. Так. Пусть безопасной зоны нельзя использовать. Бред такой. Так, окей. Ничего. Внизу. Нельзя использовать точно. Для завтра. А, вообще в доме сидит. Я привык, что он где-то на этом. Did you find him? Yeah, I did. Your son's in one of our secured zones. But I thought you were going to bring him back. No, he's not coming back, Alexei. He's a scout working for Brecken. And unless he gets a lot better at it in a hurry, he's not gonna last too long. But couldn't you talk some sense into him? No. So I'm gonna have to talk some sense into you. You wanna save your son? You stop making weapons for Rice and go to the tower. Now your son said he'll give up being a runner if you'll join him. No. Sooner or later, Rice is going to tear that place down. It's not safe here. It's not safe anywhere, Alexei. And the question is, whose side are you on? See, right now you're on the wrong side, and your son doesn't want to have any part of it. You're right. He is ashamed of me. I am ashamed of me. But I'm just trying to do what is best for him. Well, then today's your lucky day, Alexei, because what's best for him, it's also the right thing to do. Okay. You win. What the? Да, блядь, дед. Ну вот видишь. You were right. It was always just a matter of time before they would come for me. They may come to the tower eventually. They will. But it is where I should be, with my son. In my case, there's a weapon I designed. Something special. I never crafted one because I didn't want to give it to Rice. I want you to take it. Good luck, Rain. Perhaps I will see you again. Ну что, даже пушки достать не успели, серьезно? Окей, классика жанра. Home run. Так, чертежи. Home run это, скорее всего... Вижа, где? Здесь должно быть... Ты говоришь, какой чертеж оружия? Чертеж этого, того, что вот... Ой, блядь, понятно. Все с тобой ясно. Чуди, наебщик. Буду на одно сплошное наебалово. Так, поехали смотреть, что у нас есть. Задание Джафару. А, это про взрывчатку, да, Джафару про взрывчатку. Там же рядом эти чуваки. Сейчас, Джеффом, что за задание? А, про газ, вот, да, я давно вот уже хочу пройти, давайте пойдем к руководству. Yeah.
Напороться. Мне кажется, приятного будет мало. Так, вот. Ну ладно, это было совсем это, да, ладно, извините, уже. Я сейчас хуйню спорол, окей. Да, блядь, ты же лежал, а там добить, что ли, было? Я думал, он умер уже, обыскать. Смотрите, она там уже без сохранила сторону. Было не сказать, что я заходил и вообще в другой стороне появлялся этот. Ну, блин. Well, hello, beautiful. Так, давайте смотреть. А что у меня тут есть? Мачете Панга 172. Вот это железный топор. 279. Ну, кстати, очень неплохой топорик. Очень неплохой топор. Это засада Сипахи 144. Бля, я винтовку не продал. У меня же вот это есть. Так, опять великолепно. Как вы заебали. Сейчас продавать начну, реально задерете. Так, ну ладно, в любом случае надо вот добить тот. А простой топорик, что у меня тут еще? 121 урона. Прочность еще есть. Ремонт вообще 3. Ну ладно, по порядку как-то действовать. Просто это настолько ножик хороший, что он... А, я думаю, можно на кондее поставить. То есть на этой штуке ты можешь стоять, на кондее нет, да? Ну ладно. Кстати, не зря я все это там сохраняю и прочее, сегодня опять свет рубанул. Я четко смотрю. А, в этом получилось, что я типа до этого. О! Четко получилось, я домонтировал, точнее, это срендерил, в общем, там серия чейзера. Вот. Я хотел поставить следующую рендерицу. Цвет. Правда, всего за там секунд 10, наверное, его не было, но, блядь. Thank you.
ничего не слышно. Я в говно наступил. Блять, здесь батончик. Надо бы потом сходить за одним полезным этим чертежом. Что было? Ой-ой-ой, отцепить. Не можно. У меня, конечно, было скоро сейчас исполнение, но можно так, ладно. Пойди, куда ж ты забрался? Теперь будешь. Заебал, слышишь? This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here, is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, or Jeffertown. Ну, разберемся. New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff! There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson apocalypse wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Boy, oh boy, we're going to roast some Chandlers tonight. Хе-хе-хе-хе, о боже, мы сегодня, говорит, поджарим некоторых ублюдков, ну, Шеймлесс, типа. А, два здесь места, да, куда мы будем? Суки, я помню вашу эту станцию, ёбаную, всю жизнь теперь запомню. Так, окей, ладно. Бля, вот сейчас бы раз кошкой туда и все. Ну, хуй там, да. А дырка у нас, а дырка здесь, такая пачка. Ау! О! Уи! Это погоди. Какая из них ближайшая? А, в принципе, вот взять надо так, 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 и потом к нему вернуться. Да, окей, значит, мы пошли сначала к той. Окей. Оп. 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 Ай, я О! Так, ну эти идут. Кто прется-то? Что там с тенями происходит, смотри? Сейчас так отведу, смотрите туда. Сейчас думаю, какие-то зомби пробежали, тени оставили. Смотрю, вроде нет. Фу, они идут. Упс! Я красиво пошли, пацаны. Ладно, не буду их крутать. Так, газ вообще под этим. Я хотел вообще вот сюда залезть. Залив. Бля, он внизу. Да хорош, где? Здесь что ли где-то? Ах ты, блядь, в тени, смотри, встал такой, убью. Уёба. Сдохни уже. Умри, пожалуйста. Даже какую-то бочечку.
Да сука. Ну ладно. Взяла и меня это укусила. Ну вот какого хера? Твари, блять. По-моему, что-то дают, если я ничего не путаю. Видите, что они что-то дают, с них можно что-то крафтить. Ну что конкретно, я не помню. Так. Смотрите, 172, топорик 168. Да, вот так и сделаем. Надо винтовку продать. Так, мне теперь куда? Вот иногда он цепляется, причем пробел я все время зажимаю. Надо, у них у них алкоголь валяется. Так, алкоголь. Кстати, про алкоголь, между прочим. У меня звук непонятный, то ли ком так шумит, то ли это странно. Я попробую лечебный рецепт Софии. А, как его нет. Боже мой. Да, у меня шумит или нет? Подожди, что-то как-то не очень хорошо. На секундочку, сейчас.
Так, что-то как-то мне непонятно. Я посмотрел, у меня видюха что-то не до 80 градусов разогрелась. Что-то как-то шумит он странно, поэтому давайте мы, наверное, сегодня... Может, я потом допишу, ну, 50 минут. Наверное, допишу, потом просто кусочку, пока я прервусь, потому что что-то непонятное, мне не нравится. Здесь надо посмотреть. Может, его просто, конечно, почистить уже давно пора, но... Я так посмотрю, там вроде пули внутри нет, у него хорошая такая защита от пули стоит. Наверное, надо его хорошо сейчас вытряхнуть, чтобы пылесосить, потому что что-то... Ну, какой-то дребезжащий такой немножечко звук. Мне это вот не нравится, потому что, типа... О, да. 193. 121, я не буду пробовать. Давайте быстренько этих чуваков спасем. Или что там? Он не может кошку почему-то кинуть. Я не знаю почему, блядь. Вот почему в этой конкретной случае он не может кинуть кошку, я не знаю. Так, откуда мы начнем? Ну и замечательно. Если это конец серии, то всем пока и на Телеграм подпишитесь. Если нет, значит потом еще допишу. Наверное, запишу. Короче, я хуй знает. Я его разобрал. Ну, крышку снял, все дела, посмотрел. Пыли там почти нет. Говорю, он очень хорошо от пыли защищен. Вот, соответственно... Че, куда? Ну, я протер, на всякий случай, какая была. Вот, но типа, что там громыхало? Ну, это похоже, на самом деле, на кулер. На кулер, в смысле, на вентилятор. Вот, который... Потому что у меня была такая же фигня в старом компьютере. А где? Вот, была такая фигня на старом компе. И там, соответственно, я разбирал его, это, но я посмотрел, он вроде не дребезжит, ничего нет. Короче, хуй знает, я все разобрал, все протер, все пропылесосил. Все по новой собрал, затянул получше. Но оно реально было, во-первых, она разогрелась. У нее, короче, температура у этой, у 4060 рабочая. У нее 90 градусов. Ну, типа, если больше... Блять, почему он, сука? Потому что безопасный, я над безопасной зоной был, серьезно. А, короче, максимально допустимая, ну, которая там, типа, после которой надо уже беспокоиться, 90 градусов. Она у меня разогрела до 79. Это как бы нихуя не хорошо, тем более на Dying Light, блядь, серьезно. Ну, правда, в Фепис-то, видите, не проседает ничего, но, блядь, какой хуй знает. Потом посмотрим сейчас. Ну-ка вот. Пока тихо. Пока тихо. Но тоже не сразу начал. Ладно, разберемся. Да, бля, залезь ты. Может же он вот так сделать? Ку-ку. Так, еще раз, значит, смотрим. Ближайший сюда, потом... Сюда, сюда. Подожди, или как? Вот сюда, сюда. Дайте, на который вот справа, да и все. Ебать, тут зомбаков. Каждый раз полно. Ну, если будет продолжать шуметь и будет непонятно из-за чего, надо будет этого мастера дядьку вызывать. И смотреть тогда уже что как. Потому что мне, конечно, не хочется, чтобы что-то случилось. Я, собственно, потому и выключился, думаю, ну его нахуй. Какой здоровый. А, это этот. Тише, не понял. Я убежал уже. Да, давайте туда сначала тогда кинем. А, ну правильно, я же гору оббегал точно, да. Все верно. Ёб твою мать, залезь. Так, я вообще здесь был? По-моему, здесь еще умудрился ни разу не побывать. А, это безопасная зона. Да чё за нахуй?
где? Так он же не может туда наверх лазать, или может? Ничего не понял. Ебать, поехали. Лишайник ядовитый. Ага, вот это могу какие-то штуки себе сделать. А ты где? А, это где мужик отсиживался, понятно. Давай, все сюда, пацаны. Пацаны, девчонки, все сюда. Я через наушники услышал, как он шумит, то это нехорошо. Но поскольку даже не столько шумело, а тут вибрации, вот это вот, говорю, как будто кулер. Самое прикольное будет, сейчас если я разобрал, ничего не увидел, все было вроде нормально, то все хуё-моё, и больше такого не будет. Вот это. Так, записка 19. А, размышления об огне. Мои эксперименты с огненным оружием весьма убедительны. Огонь – очень действенное оружие против всего, что боится огня. Иными словами, против всего, кроме самого огня. Поэтому фраза «с огнем надо сражаться огнем» абсолютно бессмысленна. Если сражаться огнем против огня, в результате получится еще больше огня. Так что огню, изначальному вражескому огню, с которым ты пытался сражаться своим огнем, будет от этого только лучше. Тем не менее, я продолжу свои эксперименты. Но на самом деле нет. Еще есть некоторые вещи, против которых бессмысленно сражаться огнем. Вода! Ну так, между делом. Мне кажется, ей тоже не очень-то есть смысл бороться... Точнее, с... Ну, вы поняли, короче, что я имею в виду. Не-не-не-не, пошел нахуй. Хочешь драться, давай вон туда. Я здесь не хочу с тобой в темном коридоре. Давай. Ну, вот и все. Гы. Погоди-ка. Погоди, ёбана. То есть, по идее. Да, можно, смотри-ка. А! Ладно, окей, надо иметь в виду. Так, а там кого-то пиздят. Пойдем сначала поможем. Оп! Оп! Ну, все, с остальными сам. Давай-давай! А, ну ладно. Для разнообразия хоть так его зарубить. А то сколько я их уже... Ножик, кстати, почти сломался. В принципе, мы можем на самом деле даже его... Знаете, мы его долом... Подожди, а как? А, здесь только вот так получается. Это можно понять. Эти вот доломаем просто уже. Заработав себе побольше опыта. Подожди, а где пацаны-то? Ха-ха!
Ты откуда взялась здесь, мать? Да, давай, давай, передохну. Не понимаю. Но правда, она не сразу в прошлый раз-то завыла. Точнее, не завыла, а задребезжала. Я прям практически панически, можно сказать, боюсь того, что что-нибудь это. Особенно, когда ты столько денег в это вбухал. Все, пошли вы нахуй. Так, значит, где у меня тут все? Разбираем. Теперь военные мачете. Нет, дай какой-нибудь интересный какой-нибудь. Вот, вот саблю Сипахи я давно уже хочу. Во-первых, давайте мы ее улучшим. Запихнем в нее. Король. Бля, король жалко. Да, паладина запихнем, да. Бля. Во, вот так вот. И теперь сделаем на нее что-нибудь. Так, кто у нас еще раз? Сабля. Сабля Сипахи. Супер кровопускатель. Отравленный дротик. Гиена. Бля, одной марли не хватает, прикинь. Ножовка. Нарушенный топор, кстати, можно поставить хоумран. Это гроза там хуярит. Тоже надо... Что суки не ждали? Это я знаю, да, нарушенный топор. Электропила это, ага. Экзорцист на серп, на короткий меч. Так там по идее есть, ну-ка. Во. На саблю сип... О, давай мы вот это поставим. Экзорциста. Кровотечение, электричество. А... Так, и теперь мы вот этот вот... Замечательный мечик, у которого 174 урона, ставим вот сюда. Так, теперь надо вот это починить мой. Так, и все, значит, получается, у этого 174, а у этой все еще 400 с чем-то. Поэтому берем, оп, и вот на эту штуку. А, меняем, а, которую взяли сразу же ее. Ра-р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 а. Это дурак, нет? Разобрали. Так, а, я ее не крутил. А я думаю, я уже сделал. Так, а что, вернуться к мужику надо будет? Так, у меня 50 минут там было, я помню. Откройте главный вентиль, окей, поехали. Охуенно. Просто красавчик, лучше. Крейн, ты лучше. Обожаю тебя. Пропылесосил хоть тоже. А то, может быть, знаешь, из серии как бы этого пыли ты не скажешь, что много, но ее просто много на полу, и он воздуху нормально засосать не может. Крейнушка. Спасибо, спасибо. Ему не помешает живительного пенделя дать. Он что-то вообще расслабился. Так, а это, кстати, где? Где-то не так далеко. Окей. А где-то там не совсем далеко вентиль есть. Лежи, не вставай, не надо. Ой, ладно. Это очень хорош. Хотя... Бля, как прицельно я просто взял и вот... И с какого хуя у меня переключ... Я, не, блядь, не нажимал на... Пиздец какой-то, блядь. У меня переключилась почему-то кошка. Так, а сломать эту нельзя, да? Ну, в смысле, закрыто.
жесть какой-то, он неубиваемый какой-то мужик. Может, сдохнешь уже? Кто меня сейчас ударил и как? Фу, протри, гайс это. Месяц что-то говно какое-то прям. Вроде штук всяких понапихал. Да блять, вы ж только что сдохли, кого хера вы встать-то решили, я не понимаю. Блять, ты какая. Это опять он? Серьезно? Скорая помощь, в которой лежала одна бечевка. Это печально как-то. Пожалуй, хватит на сегодня развлечений. Там так он здоровый стоит. Прикольно, опять же, проработано, что вот у них говном обмазываться нельзя, просто потому что, ну, как бы, как ты будешь обмазываться говном, учитывая, что они в этом. В одежке. Так, как туда попасть? Что-то я других дырок не вижу для входа. А, ну иначе пришлось бы в любом случае убивать всех. Нет. Здесь нету входа. Не, местечко-то хорошее, не спорю. Так, записка 20, записка 19. Размышление об огне. Я не герой, я обыкновенный парень, у которого есть ясное понимание ситуации. Нам нужно больше огня, чтобы обезопасить башню. Брекен считает, что огонь опасен. Может быть, для него. Может быть, для людей, которые не понимают, что делают. Но я-то с детства умел обращаться с огнем. Да, я совершал ошибки. Да, однажды я сжег соседский гараж. Подумаешь, большое дело. Но я учился на своих ошибках. Нас обезопасит огонь. Скоро толпы людей повалят ко мне. Люди будут искать защиту на моей базе, окруженной огнем. Люди скажут, что я герой, а я им отвечу: я не герой. Я обыкновенный парень, у которого есть ясное понимание ситуации. Ну, это тот дебил, понятно, который нас. То ли, мне кажется, я уже привык, то ли нет сейчас этого звука. А в общем, короче, к тому, что как бы. Ну, с. О, чертеж, коварный клинок. Ну-ка, что это такое? Классика жанра. Коварный клинок. Кровоточ. Длинный нож и короткий нож. Ну, такой себе. Подкрался на подкрадулях.
Значит, не надо крутить, да. Подожди, а как? Ну, здесь ты, конечно, ну никак пролезть не можешь. Ну окей, значит, раз дырка там, значит, вход где-то здесь. А, ну, в принципе. Не так далеко. Где? Ага. Текс. А где сама оружка? Ну ладно. Да. Что-то мне подсказывает. Этого квеста точно я не помню, что кто-то проходил при мне. Что-то мне подсказывает. Эба. Щелим. All right, I opened the local valves plus the primary gate. What about the ballast lines? Wait, the what? Flaming flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up, we're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Я же говорил, надо будет крутить. Пожалуй, починю на всякий пожарный у нас. А где? Ну, бля, естественно, вас тут... Ну, как? Куда ты пропала? Под меня, что ли, залезла? Да какого хуя, ёб твою мать? Почему вы даже не ложитесь на нихуя? Ну, я вас бью же, блядь, со всей дури. Реально, их в сюжеты какие-то моменты надо бустить, просто пиздец. Посмотри, я его ударил, он типа отвалился от меня, но у него уже готова была пойти анимация, что он опять меня хватает, чтобы укусить. То есть ему похуй, что вот я его ударил, там должен быть какой-то импакт, не знаю, что ли. Где? Я не вижу еще одного вентиля. Мне явно нужен белый, а не... Где здесь ограничение по времени номинальное только? Бля, ну вы серьезно? Ну, смотри, видишь, раз он тут же уже обтянется, чтобы еще раз типа меня схватить. Это, конечно, сделано, прям скажем, не очень. Просто шумит. Вот ради интереса, сейчас погоди. Мне прям интересно. Ну, кстати, сворачивается, разворачивается игра гораздо дольше теперь. А, представительность. 75 градусов.
Ну, 70-75 было дело, да, помню. Ну, не 80, ну, не 70 же, блядь, 9, почти 80. Хотя, может, так и надо, я хуй знаю. Может, я слишком сильно переживаю. Да, блядь, запрыгнет, что-то у него вот на этом заборе прям какие-то проблемы. Вот, он же может так делать. Смотри, что он сейчас сделал. Взял и в полете зацепился. Давай, передохни. Угу, поехали. Ах ты ж падла. И чё? О, да. Да где ты там? Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. Now, I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. Fire. Four. Охуенно. А, кстати, я звук проебал к первой половине ролика. What the hell was that? Я ж, блядь. Found Jeff, and the gas is back on. That's a relief. I told you, he's irreplaceable. Yeah, well, I'm afraid you're gonna have to find a replacement. Больше понятно, что типа вот эти штуки газовые, которые он включил. Типа, хуй кто пройдет, то все, хуё-моё, и просто чувак прям тут же через забор перелезает. Поговорите с Джеффри. В смысле? Да, испытание мясник новое появилось. А что это вдруг оно появилось? Давай. Это который у нас реально крутые испытания давал. Вот погнал. Сказал, оружие готовлю, просто ебаться в рот какое. Так, а там, наверное, торговец, да? Шел наверху, скорее всего, это торговец. Еп! Наверху обычно торговцы сидят. Ну да. Альгон. Альгон. Чувак. Excuse me? Would you look at me, friend, and think that man is a success? No? I do not blame you, but I am. You see, I was. Almost every gasoline station in Haran I owned. And when they announced the Global Athletics Games, it was supposed to be like a windfall. Like winning the lottery. That didn't work out, huh? Well, look around you. What do you think? Huh? Haran was a decent place to live. Maybe a little backward in some ways, but we got by. Then we won the bid for the games. All the promises they made us. Average citizens were supposed to become wealthy. And the wealthy, well, we were supposed to become kings. I am no king. All the dreams we had, the plans we made, gone in the blink of an eye. And it wasn't just successful entrepreneurs either. The government filled all our heads with golden promises. Are you a window washer? An appliance repairman? A ditch digger? The games will transform your lives. Your world will change. Игры по паркуру как раз были. Yes, our world changed. Ну, типа, потому что вокруг всякое происходило, еще у них тоже много рабочих мест и того. You friend, you take a good look and you tell yourself, I must appreciate what I have right now in this place. Because it can all be snatched away from you in the time it takes to blink your eyes. Бля, хуй ты душный, наверное, пиздец. Вот это, пожалуй, единственное, что в этой игре прям получилось неинтересно, это вот эти случайные встречи, в которых чуваки просто что-то рассказывают тебе. Ну, я имею в виду, есть такие, что есть какие-то тоже сюжеты, потому что он простенький сюжет, ничего такого в нем нету, но... Где, а?
все равно, тем не менее, он какой-то такой приятный. Персонажи приятные. А вот эти чуваки, они... Иди нахер, не плюйся в меня. Только перелезь, так успею. Тоже красным ты помечаются. Не помню, обращал ли я на это внимание раньше. Уи, оп. Бля, сколько вот он тогда не мог запрыгнуть на крышу вот с помощью этого. А, он без нее не мог запрыгнуть, окей. Ворот. Я уж думал, все. Долетались, думаю. О! Да, блядь! Ты, серьезно, нет? You again. Так это что он только шлем натирал? Not yet, no. But I've got an even better challenge in mind. You see those spikes? I've started using them to kill zombies. Just shove them right in there. It's a total rush. Oh, Jesus, is this another situation where you would pay me? Yes, yes. But it's so much fun. You should be paying me. А, типа мы его встретили, мы с ним попиздили. Не, подожди, это было до того, как мы встретили. Ram into them and they go flying like bowling pins. You gotta try it. Ugh, yeah, it worked. That'll be a great icebreaker at parties. Чего? More zombie guts. Fantastic. А, именно бросать его, захват, толкните 15 зомби на шипы. Ну, давай попробуем, хули нет. А где шипы-то? Вообще-то я не это нажимал. Он вперед не кидает, если что, это надо ему повернуться боком, боком кинуть. Не, это говно я проходить не буду. Спасибо, но нет, эту хуйню я проходить не хочу. Так, а сейчас, что у нас? А, у нас по заданиям-то, в принципе, все, говорю, заканчивать надо бы. Но. Джафару. Бля, что-то такое быстренькое бы вот сделать, прям быстренько. Я знаю, что надо быстро. Надо сходить, отдать колдовщику. Да пошел. Отдать, короче, колдовщику все эти. У меня не очень получается делать этот прием, и он тут неинтересный, честно говоря, и... Мне особо хочется его делать. Ладно. Да залезь, господи ты, блядь, Иисусе. Может, конечно, в башню? Пойди в башню туда, какая разница. Потому что здесь поближе, возможно, будет попроще, а потом давай, что в башне того там. Ой, блин.
Тек. Это серьезно. Что, 93? Нет, нормально. 36! Так, а торговец у нас наверху, по-моему, да? А, нет, нет, не только. Значит, тебе надо продать все ценности. А потом, железный топорик. Да, у меня до сих пор оно есть. А, еще. 242. 172, 174. Да, сикач да продадим. А, да, мне пока что это динамит. Бля, динамит, не знаю, не хочется мне продать. Так, томагавки я продам, пизду их. Далее, великолепные сюрикены. Да, я их продам. Опять же. В смысле? А, вот она, да. А, бля, она просто так расположена, что я дам. Это продать. Чего тебя можно купить? А, подожди, продать. У меня железный топорик такой-то, а у него фиолетовый, да? Нахуй мне нужен. Ай, ща-ща-ща-ща. Во, пистолет патрон. Бля, не то я сделал. С. Вот так я только пистолетный, больше мне ничего не надо. Гвозди. Клинок, химикаты, жестянка, марля, силовый кабель. Это я все буду покупать. Господи, денег дохуя и больше, так что... Че, простите? Казалось, а что такое? А, бозок. Какая тюрьма. Бля, а что за тюрьма отдельная? Какой-то еще DLC. Какие шипы, смотрите, чего? А это вот нету? Вернитесь, когда у него будет к вам дело. Сейчас у него нет ко мне дела. Это плохо, между прочим. Хотелось бы, чтобы у него было ко мне дело. Опять же, вот этого есть уже, да? Бинокль это надо просто искать, где он есть. Толга и Фатин, Джафар и Курт. Где же ты, братья? Встретил Осман, работал на рейс. Говорит, что брат Назим пошел на рынок и не вернулся. Осман признал недолгую добычу, если на Назима. А что за задание? Где? О! Пойдем. Так, стоямба. Блять, как же ты долго. Ладно, пошли. Мы сейчас по дороге. Не попал. А вот и она. И... А где? А, да, есть хорошее место тут. И вот эти, да? Ну, так. Так. Во! Потому что там есть зона карантина. Вот мне интересно, зону карантина. Так, сейчас, секундочку. Ну, зону карантина, по идее... Да, а чё так все просело? Это страшно. Эй, игра, блин. Да что происходит, блядь? Все, все просело нахуй. Я не знаю, что происходит. Смотри, что творится. Да что за нахуй сегодня, блядь. Происходит. What the fuck is going on?
Нет, все, она проседает, и все, и пиздец. Ну, 38 кадров, все. Знаешь, давайте заканчиваем. Я не знаю, что происходит с игрой. Да, давайте еще раз, ради интереса. Сейчас. Перезашел в игру, все нормально. Так, давайте вот в карантинную зону сунемся ночью. По идее, в карантинной зоне по ночам особо никого не должно быть. Так, записка 02. Инвентарь F. Раис предупреждает торговцев. Внимание, братья Назим и Осман – бесчестные воры, обокравшие лично меня. Всякий, кто будет с ними торговать или меняться, считается соучастником и будет наказан так же строго, как и эти ничтожные предатели. Мои люди производят обыск у вас в магазинах. Если среди ваших товаров обнаружатся вещи, украденные у меня, вы за это поплатитесь. Все ваше имущество подлежит конфискации, магазин будет сожжен дотла. Помните, ваш долг немедленно предупредить нас, если кто-нибудь из этих двоих появится где-то поблизости. А я там хоть ни одну зону карантина не очищал еще. Когда инфекция начала распространяться, группа выживших пряталась в местном супермаркете. Они собрали все необходимое, закрыли входы и начали ожидать помощи. А она не пришла. Звуковая реклама привлекла внимание мутантов. Они нашли лазейку, проникли внутрь, напали на людей, ставив припасы без внимания. Так, я думаю, здесь сложность трудно, между прочим. Так, давайте мы тогда возьмем вот эту. Наборы 0 из 5. Так, это в трущобы, погоди. А. Что меня только пиздануло. Ну, понятно, какие-то зомбаки здесь есть, но они, скорее всего, обычные здесь. Потому что эти, как их называют? Ну, вот эти кусаки или как они там. Ебать! Здесь везде вода, я думаю, только там разлит. Так, давай-ка мы эту кошечку. Да хорош, я ж... Рядом только встал. Блять, не ту кнопку нажимаю, чё. Так. Пять штучек они вообще в целом. Shit, the goddamn switch broke down. Ну и чего, так я на хорошо ж. Пацаны, ну-ка. О! О, красота! Казалось, кто-то вышел здесь. Жень, кого-то еще здесь мне предлагает найти. Чего-то точнее. Так я же здесь все собрал. А, ну кассу можно обыскать. Ну ладно. А, вот этот переключатель у меня это не сломался. Да.
Чего ж ты здесь-то мне еще предлагаешь это искать? Или это просто в целом показывают зону, где что-то может быть? Или это баг? А! Не, не баг, слушай. Хорошо, что ты мне показал. О, мыша съели. Так, ладно. Совсем понятно, кто попасть. Я хуею без баян. Да хорош, кто ты, блядь, откуда ты высрался? Блять, да. Блять, бред какой-то. Там, по-моему, эти и шашки, и еще что-то, там что-то хорошее должно быть в этих ящиках, да. И да, как видите, этих чуваков здесь нет. Надо приходить ночью. Я просто оружие. Так, окей. А что здесь тогда топоры делают в этих ящиках? Это же какие-то ящики, которые, типа, доставляли в карантинные зоны. Они уже знали, что... Наверное, я придираюсь. Драгоценности в грязи, в смысле? Что такого нашел-то? А, 245 топорик. Ничего, неплохо-то. 242. Да, слушайте, здесь прям хорошая оружка-то. Так, ну это все заебись, а нахуя я сюда шел? Я понял. А, нет. А, если можно просто так перелезть. Я думал, там забаррикадирован, думаю, какой-то проход искать надо. Даже так, окей. Оп. Тоже, возможно, серия часа два будет. Красота, 8 их всего карантинных зон. Что-то там рассвело, что ли уже? Но я, самое главное, я хотел в карантинную зону попасть. Остальное мне, в общем-то, не сильно важно. Чё, бац, там всё ещё ночь. Трущу. Джейд just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antizen I have back to the... Да я уже, чувак, уже всё уже сделано.
А вот это, кстати, хуёво. То ли их постоянно чистить? Ну, пожалуй, мне просто интересно. Ну, сейчас опять меня продолжат зачистить. Серьезно? Типа до бесконечности, что ли, их можно? Shit, the goddamn switch broke down. Допустим, я их 5 нашел. Что-то бред какой-то, если честно. Да, прям мега странная хуйта. Разве не должна быть, ну, типа, взламываться? Ну, хорошо, опять же, достижения не засчитывают. Но если у меня сейчас наборов при помощи в чрезвычайной ситуации будет целая куча. Да, блять, отойди! Вот откуда он приходит? Типа это все на стрельбу лезли, да? Не, ну это, честно говоря, хуйня полная. Ну да, можно фармить на самом деле ачивку. А потому что там еще оружка-то какая-то серьезная, вот это, между прочим. Нихуя себе. Давайте дофармим уже, чего бы нет. Ну раз она сама мне предлагает. Что я сделаю? Ничего не сделаю. Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get with. Это очень странная хуйня. То есть это можно так просто опыт до бесконечности, мне кажется, фармить. Ну-ка, сейчас интересно, вот тап. Десять наборов помощи исчез. Ну, допустим, их было 5, я еще 5 собрал. Окей. Давайте мы их сейчас вот их соберем. И посмотрим. Shit, the goddamn switch broke down. Сохранятся они после выхода или нет?
охуенно. Меня, блядь, через стенку ударили, то ли еще как-то. И марля хорошо фармится, так что всякое другое говно. Серьезно? Все? Я просто на мини-карту смотрю. Ну, походу, все. Пять сундуков ВГМ в зонах карантина, да. Так, чуть надо сломать. Я, в принципе, хотел бы эту биту. А, вот зеленый потрошитель. 307. Ну, все равно это бита, я не хочу с битой ходить. Да, мы тебя тоже заберем, и тоже сразу мы тебя. Так, 245, 260. Уже по 200 пошли, понятно. 279. Ну, 193, ладно, еще 244. Вот 172 уже надо разобрать. Бля, да здесь все охуенное. Ну это какой-то прям эксплойт, который что-то они. Чё же, за 10 лет они ее не это не пофиксили, что ли? Так, жестокое. Кстати. Жестокое что-то можно сделать. Сейчас, где тут дубинка? Полицейская дубинка. Дать прикурить, выдай вот из этих вот. Вот, что, суки, не ждали. Давай с ним сделаем. Так, ты меня уж извини тогда, сабля. У тебя урон 174, блядь. Ты вообще не в тему. А, собственно, попробуем с этой штукой. Так, ну сейчас мы отсюда выйдем из зоны карантина и посмотрим, сколько у меня будет этих наборов при помощи ЧС. Мне кажется, таким уроном должны отъезжать даже ночные эти бегуны. Прыгуны, бегуны. Она реально, она не прекращается у меня. Так, что тут у нас? 15 наборов помощи при ЧС, пиздец. Фармить можно только в кучу. Ладно. Так, задание. Джафар, чтобы наблюдать. Вот, они тут разом. А рядом давайте мы сделаем вот так. Есть тут что полезное?
Нет, пока нет. Все, и на этом тогда мы все на сегодня закончим. Че? О, бинокль. Прикольно. А вот и бинокль. Все, ссылка на плейлист в описании. Везде проходите, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, чтобы приходить уведомления во всех роликах. Подпишитесь на телеграм, самое главное. И за всем все. Всем всего доброго, хорошей игры. Всем пока.